Полуобнаженного мертвого мужчину обнаружили в подвале заброшенной аптеки на улице Зубенко. На его теле было множество гематом, а на шее и голове правоохранители насчитали 19 ножевых ранений. Окровавленный труп нашли школьники. Да вот как раз пацанята там эту ленту шматовали туда-сюда. И с другой стороны, с той стороны вход есть. Там тоже лента была повешена. Тело пролежало в подвале 2 недели. Убийство полицейские смогли раскрыть меньше, чем за сутки. По всем этим районам ходили. Я близко живу, и у нас. Все спрашивали, вы спрашивали. А я ночью в 10 обход делала. Иду горой, страшно. Обход делала. Как оказалось, убийство было не случайным, а заказным. 38-летняя женщина, живущая в соседнем с недостроем доме, решила таким образом избавиться от своего гражданского супруга. Сожитель якобы регулярно напивался до беспамятства и надоел ей из-за постоянных ссор. Она попросила свою доньку найти среди своих знакомых когось, кто бы за грошову винагороду смог бы побить співмешканця. Донька знайшла такого знайомого, ним опинився 18-річний мешканець Салтівки. Однак їхній план помінявся, та вони вирішили не побити, а вбити. Лишить жизни человека наемник согласился всего за 2000 гривен. Заказчица дождалась, пока пьяный сожитель уснет, и открыла двери киллеру. Убийца прямо в кровати хладнокровно изрезал мужчину охотничьим ножом. Далі він отримав частину винагороди в розмірі 1000 гривень, після чого вони всі разом винесли тіло та заховали його у підвалі покинутого будинку. Сообщники сняли с трупа залитую кровью одежду. Вещи бывшего сожителя и одеяло, на которых его тело выносили из квартиры, женщина позже утопила в ближайшей реке. Обоих злоумышленников задержали почти сразу. Убийца молчит. Заказчица преступления объясняет свой поступок тем, что сдали нервы. Говорит, сожитель постоянно ее бил и угрожал детям. Детей не бил, но кричал, постоянно обзывал. А почему вы не обратились в полицию? Обращалась. И что? Ничего. Штраф. Я снимала эту квартиру, выгоняла. Он выбивал мне окна и двери. Опять детей травмировал. Не буду я больше ничего, не спрашивайте. Но вы же могли снять другую квартиру. Я вам говорю, что он искал нас по всему городу. Детей у Натальи трое. Все несовершеннолетние девочки. В Харькове близких людей у них больше нет. Из родственников только дядя в Одесской области. Вона є вдовою, її чоловіки померли, діти від різних чоловіків на території міста Харкова, і у неї немає близьких родичів, тому у Харківської місцевої прокуратури на даний час вживаються заходи щодо поміщення вказаних дітей до відповідних навчальних закладів. Заказчиця і кілер ближайші 2 місяці проведуть під стражей. За совершенне преступление їм грозить солідний тюремний срок, вплоть до пожизненного. Лана Семенова, медіагрупа «Об'єктив».